Столица Италии на грани банкротства. Об этом заявил мэр Рима Иньяцо Марино. Он призвал правительство принять меры по финансированию городской казны, иначе Марино пригрозил закрыть детские сады, больницы и остановить работу как общественного, так и личного транспорта в итальянской столице. Дыра в бюджете образовалась из-за неграмотного распределения средств, которым занималась предыдущая администрация города. Много денег ушло на ликвидацию последствий наводнений. Ранее парламент не смог одобрить документ под названием «Спасение Рима». Новый глава кабинета министров Италии Матео Ренци заявил, что сейчас над этим законопроектом работает специальная группа в правительстве. Кроме того, говоря о своей возможной отставке в связи со сложившейся экономической ситуацией, мэр Рима отметил, что при отсутствии адекватных шагов со стороны кабинета министров, он, цитирую, «не намерен брать на себя ответственность по ликвидации столицы страны, входящей в число государств Большой Восьмерки».